демократия – это когда страна имеет возможность выстраивать свою политику в соответствии с волей большинства собственного народа. Когда под демократией понимается создание наиболее благоприятных условий для деятельности иностранных государств, иностранных спецслужб на территории своего государства для влияния на внутриполитическую ситуацию и на то, что на искажение воли большинства народа, это не демократия, это прямо противоречит демократии. В России никто не собирается запрещать деятельность этих некоммерческих организаций. Закон, который был принят Государственной Думой в прошлом году, он предусматривает регистрацию подобного рода организаций, которые получают помощь из-за рубежа и которые влияют на нашу внутреннюю политику. Люди имеют право знать, что это за организации. И надо сказать, что этот закон гораздо менее жесткий, чем тот акт о иностранных агентах, который действует в Соединенных Штатах Америки с 1938 года. Никакого запрета, никаких конфискаций не будет. Но право людей в демократическом обществе знать, кто влияет на их волю и на их души, это право должно быть защищено.